Here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better. Задавались вопросом, а что это за птица в Хельхиме в God of War 4? Многие предполагают, в том числе и я, что это Феникс из God of War 2. Но, как мы знаем, Феникс живет 500 лет. И все мы прекрасно знаем, когда мы увидели Феникса в God of War. Как раз тогда, когда Кратос хотел найти вещи сестер, и ему помог этому Феникс. Но, ребята, эта птица, то что в Хельхиме, это на самом деле не Феникс. Если кто не знает, то по скандинавским легендам, таких петухов всего лишь 3. И они одновременно должны прокричать, что означает начало Рагнарёка. Ну а что такое Рагнарёк, вы прекрасно все знаете. А для тех, кто не знает, я скажу прямо, это решающая битва богов с чудовищами, которая просто обязана закончиться печально. Как для богов и для всего света. Ну и что самое интересное, это исход битвы. Он предрешен и прописан детально. Но и это не беда, ведь после конца света наступит его возрождение. Поэтому ждем эти крики в God of War 5. А также есть одно хорошее предположение, которое мне сказал один подписчик. Он сказал такое, что когда Кратос умрет, попадет в Хельхим, услышит как раз эти крики. Но после того, как сын Атрей, который, конечно же, Локи, как раз и станет причиной начала Рагнарёка, который, конечно же, предсказан. Просто когда Кратос умрет на руках Атрея, Атрей разозлится со всей силы, врубит режим спартанца, а точнее ярость Спарты, и начнет убивать Тора с Одином. Или даже что-то похуже. Что думаю именно я? Я думаю, что Кратос вместе с Атреем и Мимиром, не забываем о Мимире, он же кристалличные сиськи, не забывайте это, пойдут снова в Хельхим, чтобы найти какую-то вещь, которую скажет Мимир. Ну или за кем-то, и тогда Кратос вместе с Атреем и Мимиром, это важно, услышит, как кричат эти птицы, и Мимир после этого выдаст фразу, что Рагнарёк уже начат, что Кратоса побеспокоит, и они вместе с Атреем немедленно должны были вернуться в Мидгард, где они увидят драку всемирного змея и Тора. И вокруг вообще будет полный хаос, где Кратос будет прорываться к себе домой, чтобы что-то забрать очень важное, может даже какую-то вещичку Фей. И да, я забыл сказать, что Атрей уже будет более взрослым и продвинутым, который будет очень сильно помогать в битве с Кратосом или Левиафаном, или дальше будет обходиться с луком. Ну и даже говорят, что Атрей получит молот Тора, что более вероятно, потому что как бы Атрей все-таки достоин. А Кратос, будучи проклятым и более сильным, он не получит эту возможность взять в руки молот Тора, потому что он сам по себе недостоин. Это звучит более вероятно. Было бы круто наблюдать, как Кратос со своими клинками хаоса дерется вместе с Атреем, у которого всего лишь молот Тора и, конечно же, его верный лук. Это было бы очень прикольное месиво. Поэтому God of War 5 нас должен удивить. И еще одно. Теперь я обращаюсь к тем, кто считает, что это God of War 2. Посмотрите, пожалуйста, на это.
убедили, что это God of War 2? Вот он, можете уже покупать и играть на PlayStation 2. Вы же так долго ждали, ребята! А вот это и есть как раз пятая часть. Хоть даже и не написано в названии, что это пятая часть, ну ничего же, в четвертой части тоже так не писало, но она считается как бы четвертой. И сейчас кто-то скажет, что вау, ну ты Эйнштейн, а ничего, что они сделали перезапуск серии. Да, они сделали перезапуск серии, но они сюжет не меняли. Они поменяли геймплей и местонахождение Кратоса. А четвертая часть — это продолжение третьей части. Давайте я вам маленький спойлер даду. В конце третьей части God of War, где Кратос берет и убивает самого себя, чтобы не отдавать силу Афине, которая ради того, чтобы убить Зевса, использовала Кратоса. И Кратос ради справедливости взял и покончил с собой жизнью. Но я скажу прямо, он себя не может убить, его только может убить другой человек или даже бог. После этого, конечно же, Кратос падает в океан, где, конечно, регенерирует самого себя. Аж до того момента, пока он не попадает в Мидгард, где был вынужден скрываться, чтобы его никто не узнал. И, конечно, ради этого он использовал какую-то одежду. И через некоторое время он находит себе Фей. И потом он ей рассказывает всю тайну о себе. Фей, конечно, отреагировала нормально, потому что знала, кто он на самом деле от самого начала. Ну и тоже через некоторое время у них появляется Атрей. И вот вам теперь четвертая часть. А теперь, кому бомбануло, ставьте дизлайки. А тем, кому понравился этот ролик, конечно, лайк, репост, а также пишите обязательно комментарии. С вами был Gold Thunder, будем на связи. Всем удачи и всем пока. И да, у меня комп до сих пор еще не работает. Я делаю видео с ноутбука, на котором нет практически того, что есть у меня на ПК. Но ничего страшного, я найду новую материнку и тогда начну делать жесткий контент.